студенты журфака продолжают набирать опыт у своих старших коллег. На очереди Лариса Усманова, доцент Российского государственного университета со своим мастер-классом. Лариса Усманова, бывшая выпускница журфака, преподаватель Института востоковедения КФУ японского языка, а сейчас доцент Российского государственного гуманитарного университета. Ее визит в Казанский федеральный в новом амплуа спикера второй. Очередная встреча со студентами журфака была посвящена актуальному сегодня процессу глобализации и роли в нем российских СМИ. Алена Липина, Руслан Уразаев, Универньюз.